это всенародный праздник. И дело в том, что, зная, кто будет возглавлять правительство, конечно, были очень большие ожидания. И эти ожидания оправдались. Ожидал, что провалит все, и она все провалила. Так что я не могу на нее обижаться, на мою Санту. Она сделала все, что могла. А если говорить серьезно, мы видели, что это за люди. Мы видели их потенциал, мы видели их возможности. И мы прекрасно понимали, что они взяли на себя такую неподъемную ношу. Но самое глубокое разочарование, вот если анализировать это 100 дней, это даже не то, что они не сделали, потому что они практически ничего не сделали. Это даже не то, что они разрушили, они многое разрушили, а это то, что они не оправдали ожидания вот тех, кто за них голосовал, особенно за Майю Санду, что это будет честная, неподкупная и справедливая власть.